Сегодня впервые дети поздравляют своих мам публично. Ребята являются участниками конкурса «Я и моя супермама». В нем приняло участие 15 семей, в финал вышли только 10. Все приготовили видеовизитки, в которых все о семейных отношениях. Это лучшее признание любви к моей мамочке. Благодарю тебя за красоту, за глаз бездомных искреннюю милость. Благодарю всегда минуту ту, когда в моей ты жизни появилась. Организатором конкурса выступил отдел образования. Цель одна – пропаганда семейных ценностей и уважительного отношения друг к другу. Цель и задача сегодняшнего конкурса – значит, во-первых, повышение роли и социального статуса семьи в современном обществе, привлечение внимания общественности к проблемам материнства, стимулирование и поддержка творческих матерей, привлечение мам и их семьи к активному участию в культурной жизни города. И несмотря на то, что победители получили ценные подарки, главное не в этом, считают организаторы. Многие из финалистов сегодня впервые полным семейным составом бились за звание лучшей семьи в Темиртау, в которых самые талантливые и уникальные мамы.